Шарипов, Ирек Ильдусович, директор Дома дружбы народов Татарстана. Ирек Ильдусович, расскажите о сегодняшнем проекте. Я так понимаю, что он больше, чем обычно делали, да? Да, этот проект, он очень масштабный, он очень для нас сложный. Но я скажу так, что он исходит от самих национально-культурных объединений. Несколько раз эпизодически День Республики праздновался вот так, в виде шатрового парка. Но это было на какие-то большие праздники, на тысячелетие Казани и так далее. И долгие годы, вот последние, в таком формате мы не праздновали День Республики. Но сегодня Ассамблея народов Татарстана во всей своей красе представлена на одной из самых больших площадок. И это исходит от самих национально-культурных объединений. Мы здесь работали по принципу создать условия и не мешать работать. И на самом деле наполнение палаток, что они сегодня здесь сделали, это для нас даже самих является сюрпризом, потому что каждый сам приготовил и национальное блюдо, каждый хочет представить свой народ достойным представителем России, Республики Татарстан. Хочу сказать, что сегодня в Республике Татарстан проживает 173 народа, но этот праздник, День Республики, является общим нашим праздником, который нас объединяет. Мы свободные люди, это демократическая страна, и если эти люди решили жить в Республике Татарстан, это их выбор.